Гонки в самом центре города. В субботу на берегу Оводи, около Соковского моста, проходили соревнования по лыжному спринту. Среди участников в основном воспитанники Ивановской детско-юношеской спортивной школы. Впрочем, возрастного ограничения не было, и попробовать свои силы могли все желающие. У тех, кто не решился поучаствовать в спринте, шанс испытать трассу на себе еще будет. Здесь, в центре города, мы организовали небольшую трассу, круг 700 метров, для того, чтобы после этих соревнований жители города, ближайших районов, могли взять лыжи и просто покататься здесь. Протяженность одного круга трассы 700 метров. Спортсменам в каждом забеге нужно преодолеть два круга. Лыжи ехали не очень, и трасса очень грязная. Лед какой-то грязный лежит. По прямой еще более-менее, подъем тоже очень грязный, лыжи вообще вставали. Ну, проехала. На этом сложности не заканчивались. У природы нет плохой погоды, но 20-градусный мороз все-таки не лучший вариант для лыжной пробежки. На финиш спортсмены приходили отнюдь не разгоряченными. Очень холодно, руки очень замерзают, пальцы и нос, потому что ветер в лицо и снег идет. Мне нравится минус 5, минус 4, вот так вот, минус 7. Потому что не очень холодно и не тепло. И как бы и не вспотеешь, и не замерзнешь. Справиться с холодом и дефектами трассы помогал лишь боевой настрой и воля к победе. Соревнования разбиты на 4 этапа. Пролог, четвертьфинал, полуфинал и финал. Спортсмены, которые показали лучшие результаты, трассу преодолели 4 раза. Елена Белова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.